Первый общегородской субботник состоялся в Нижнем Новгороде. Около 1000 чиновников вместе с жителями наводили порядок в парках, скверах и на улицах города. В этом году субботник организовали на 2 недели раньше обычного из-за установившейся теплой погоды. Снег и оставшийся после зимы мусор убирали во всех районах города. У стен Кремля и в сквере на Центральной площади убирался сам глава городской администрации в окружении своих подчиненных. Это очень важно. Сейчас, не откладывая на там, апрельские дни, на апрельские субботы, начинать такую масштабную уборку города. Работ нам предстоит очень много, потому что у нас приближается 70-летие Победы, и мы должны достойно встретить этот праздник. Город нужно как можно быстрее привести в порядок. 96 лет назад был проведен первый субботник в России. По мнению чиновников, нужно продолжать и приумножать традиции предков. Ведь кроме уборки идет эффективная профилактика поддержания чистоты. Сегодня сам убрался, завтра рука не поднимется выбросить мусор на улице. Желательно, чтобы население города Нижнего Новгорода принимало активное участие, привлекая к этому детей и молодое подрастающее поколение. Чтобы это было примером в дальнейшем, а также принимать им участие в активной жизни города Нижнего Новгорода. В жизни директора департамента по дорожному хозяйству Андрея Жижина было более 30 субботников. Вспоминает, что впервые он вышел на школьный субботник, будучи пятиклассником, и с тех пор не изменяет традиции. Всегда весной выходим на субботник, чтобы быстрее приблизить лето, чтобы весна быстрее пришла, чтобы быстрее снег растаял. Традиционно еще с давних времен, 22 апреля же у нас всегда со школы это все шло. И все нормально и выходили, около домов убирались. Я говорю, хорошая традиция. Не потому, что там день рождения Ленина, там еще какая-то политическая дата. Потому что просто дружно навести порядок после зимы. Всего же на уборку города вышли более 22 тысяч нижегородцев. Первый общегородской субботник дал старт месячнику по благоустройству. Навести чистоту нужно успеть до майских праздников.